Мы вновь в студии Белорусского государственного университета. Программа «Время Союза». И мы вместе с будущими тележурналистами задаем свои вопросы нашим гостям. А гость у меня сегодня мой близкий друг, актер и продюсер Леонид Ярмольник. Леонид Исаакович Ярмольник родился 22 января 1954 года в Приморском крае в семье офицера Советской армии. В 60-е годы семья Ярмольников обосновалась во Львове. Леонид учился в музыкальной школе, увлекался литературой и театром, занимался в театральной студии при Львовском народном театре. В 71-м году он пытался поступить в ЛГИТМИК в Ленинграде, но неудачно. Однако на следующий год его приняли в театральное училище имени Щукина, где его преподавателями были Катин Ярцев и Этуш Ульянов. По окончании училища в 76-м году Леонида Ярмольника распределили в театр на Таганке, где в те годы главным режиссером был Юрий Любимов. В этом театре актер проработал до 1984 года. Известность пришла к актеру в самом конце 70-х годов. Он появился в телевизионной передаче «Вокруг смеха», показав многомиллионной аудитории своего «Цыпленка табака». Давний друг Александр Абдулов привел его к Марку Захарову на съемочную площадку телефильма «Тот самый Мюнхгаузен». В последующие годы актер много снимался. Среди его работ фильмы «Сыщик», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Француз», «Две стрелы», «Паспорт» и многие другие. Начиная с 1993 года Леонид Ярмольник много работает на телевидении, куда его пригласил Влад Листьев. Из конкурсно-развлекательных передач ведущим, а впоследствии не только ведущим, которых стал Ярмольник, можно назвать популярный «Эль-клуб», дебютная его работа в новом качестве, и «Золотую лихорадку». Творческой удачей актера стал снятый в 95 году фильм «Московские каникулы», в котором Леонид Ярмольник сыграл главную роль. Однако эта работа продемонстрировала и несколько иные его таланты. Ярмольник был продюсером фильма и проявил немалую изобретательность и незаурядный дар убеждения, организуя съемки фильма в России и в Италии. На его счету несколько известных телепрограмм. Лауреат приза «Золотой Овен» как лучший продюсер, 95 год за фильм «Московские каникулы». Лауреат Государственной премии России, 2001 год за фильм «Барак». В 95 году за «Московские каникулы» ты был призван лучшим кинопродюсером. Вот скажи, пожалуйста, вот твой прогноз, чего ждать от нынешнего кризиса? Как ни странно, в нашей стране, в данном случае я говорю, в нашей стране, имея постсоветское пространство, потому что менталитет-то у нас у всех одинаковый, хоть мы и понастроили границ. Всегда, когда было труднее что-либо сделать, что-либо произвести, всегда эти трудности порождали то, что у людей лучше работала голова. И я думаю, что финансовые трудности, отсутствие больших бюджетов приведет к тому, что фильмы будут лучше. Они будут не такими дорогими, но они будут по сути лучше. Это стимул очень хороший. Поэтому я совершенно по отношению к кино кризиса не боюсь. И думаю, что все пойдет только на пользу, потому что ни для тебя, ни для меня не секрет, что в последние годы перед кризисом российское кино до определенной степени сошло с ума, потому что у нас бюджеты выросли там до 15, 20, 30, 40 миллионов долларов. А сколько бюджет картины «Стиляги» в результате? Производственный бюджет был, производство картины было 14 миллионов, а рекламная кампания почти 5, то есть 19. В результате удалось окупиться или нет? Нет, никоим образом. Картина, имеющая успех, имевшая замечательный прокат, много же наград на всяких фестивалях и так далее, и так далее. Картина собрала приблизительно 20 миллионов. 20 миллионов долларов – это полностью, да? Да, а для того, чтобы нам окупить эту картину, нам нужно было собрать, нижняя планка была 36, а для того, чтобы так уже не думать и спокойно, с благодарностью вернуть все деньги, нужно было собрать 40. Значит, вот половину денег мы не собрали. Это проблема не картины, это проблема нашего проката, это проблема отсутствия единого билета, это проблема пиратства. Видеопираты, просто так, чтобы не быть голословным, подсчитаны абсолютно точно. Наша картина на DVD вышла 22 января, в день моего рождения, а фильм вышел в прокат, как ты помнишь, 24 декабря, накануне Нового года. Так вот, со 2 января, несмотря на все предпринятые мной усилия, начиная от звонков Нургалиеву, пираты уже все сделали. Они месяц продавали, и наши потери на видео составили приблизительно от 7 до 8 миллионов долларов. Ну, я тебя поздравляю не с этим. С тем, что, как говорят сейчас нынешним языком, с папандосом. А с тем, что я до сих пор жив при таких долгах. Например, это. А еще я поздравляю тебя как продюсера, вдохновителя этой картины, замечательной, светлой, музыкальной картины, в которой только единственная одна проблема.
минус. Я в ней не смог сняться. Но я думаю, что мы восполним в следующих картинах этот пробел. Мы с тобой гости фестиваля «Листопад». В «Листопаде» существует целых три жюри. Значит, чтобы не быть точным, значит, есть жюри кинематографистов, пресса и зрители. Да? Да. Однако все эти престижные награды никоим образом не влияют на кинопрокат, на те деньги, которые... Ничего не влияет. Что здесь сделать? Как ты думаешь, есть какой-то путь для того, чтобы кинофестивальная жизнь, которую мы с тобой, и движение, которое вот... Нет, это никогда не будет совпадать. Каким образом влияет, например, Канн или Венеция на прокат картины? Никаким. Влияет на то, что есть компании, которые, если картина призер или там победитель, ее покупают. Но это совершенно нет прямой параллели между успехом в прокате. Кинофестивали не помогут прокату? Нет, они не должны. Это другое. Все-таки прокат – это рынок. Фестивали, я думаю, для того, чтобы делать правильный климат в обществе, во всяком случае, среди тех людей, которые хотят разбираться в кино. Готовясь к программе, я своего шеф-редактора попросил написать умный вопрос для моего друга Леонида Ермольника. Не получилось? Замечательно. Я зачитаю, чтобы быть точным. Как ты полагаешь, Леонид, культура должна быть субстанцией взаимопроникающей? Или есть смысл создавать заповедники сугубо национальных культурных традиций, оберегая их от внешней экспансии? Но, упрощая, вот на Украине сейчас делают Гоголя народным украинским писателем. То есть Украина свою культуру от внешней экспансии пытается уберечь. Мы этого практически не делаем. Такие моменты уже в истории бывали. Культура на Украине не может существовать отдельно, как субстанция. Да? Она зависима. Уже это плохо. И уже это оценивать объективно нельзя. Потому что они пытаются, кто-то пытается угодить власти, кто-то пытается угодить той точке зрения, которая именно в этот понедельник исповедуется. Угу. Может быть, во вторник все уже поменяется. Будет поздно. И то кино, которое запустили, или спектакль, или телевизионная программка, она уже на завтра будет немодной. Я бы настаивал на том, чтобы и телевидение, и кино. Я нарочно говорю телевидение, потому что телевидение самое массовое сегодня из того, что люди смотрят. Если бы можно было меньше обращать внимание на политические игры, а говорить о душе, о культуре, о воспитании, о традициях, об истории, о человеческих качествах, о том, на кого бы хотелось, чтобы были похожи дети, то тогда этих проблем бы не было, потому что все равно телевидение сегодня настолько подвержено законам рынка, что там очень часто делается не то, что хотят делать те талантливые и умные люди, которые это делают, а то, что продается. Я не готов это делать, хотя бы из уважения к тому зрителю, который понимает, что если я появляюсь на экране, то они уже не услышат той банальщины, той пошлятины и той обыденности, которую они привыкли слышать на всех каналах, когда все время говорящие головы или поют все время, обсуждают, за кого нужно выходить замуж, или петь, или кататься на коньках. И все это темы, которые никогда не были в известном смысле предметом исследования телевидения. Это всегда были какие-то вещи, которые мы решали дома, за столом, в семейном кругу. Теперь это самое интересное. Вот именно об этом почему-то считаю, что нужно поговорить на всю страну. Например, почему я считаю, что это ужасная обыденность и пошлость, когда, например, там замечательный, талантливейший телевизионный ведущий и журналист Володя Соловьев, он умничка, он один из самых ярких. Но мне его жалко, мне себя жалко, когда они специально встречаются в эфире. Давайте обсудим налоги. Да. Все. И ты уже, тебя через 10 минут тошнит от этих налогов, потому что ты понимаешь, что они будут говорить еще час, а тебе и так все понятно, что ничего не изменится. Есть возможность перейти на другую программу. На другой канал, а там менее талантливый человек тоже говорит о налогах. А потом еще раз. А потом ты на кабельное телевидение, там говорит, ой, налоги. И заснуть. А теперь самый, наверное, более всех интересующий вопрос, ну и прежде всего меня самого. Когда мы увидим фильм Германа? Ну вот, будешь смеяться, но... Не буду. Три дня назад мне позвонили из Петербурга. Так. В Москве это очень модно. Говорит, мне звонили из Петербурга, ты уже сразу другой человек. Угу. К тебе относятся с уважением. Так. Я надеюсь, что, может быть, в этом году, в конце ноября, в начале декабря, мы начнем
речевое звучание, потому что шумы сделаны, фильм смонтирован. Осталось самое, наверное, сложное из этого постпродакшена – это речевое звучание. Но если мы начнем действительно в этом году, то я думаю, что, может быть, к середине следующего года посмотрим кино. Речь идет о фильме Германа по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом», где Леонид Ермольник сыграл главную роль. Я сыграл главную роль, я играю 10 лет. Да, уже 10 лет длится производство этой киноэпопеи, но я бы очень хотел, чтобы она завершилась, и мы наконец-таки пришли в зрительный зал и увидели этот фильм. Все не так говоришь. Ты должен был сказать, я бы хотел быть среди тех, кто доживет до премьеры этой картины. Тогда будет нормально. Ну, раз так, тогда я бы хотел обратиться к гостям фестиваля «Листопад», к жителям и не только к жителям города Минска, и дать им возможность задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю Леониду Ермольнику. Нам всем очень понравился ваш с Валерием Тодоровским фильм «Стиляги». Собираетесь ли вы снимать такое же светлое кино с той же командой? Сразу могу сказать, что музыкальное вряд ли. Потому что нельзя идти на поводу успеха в прямом смысле. Эта картина невероятно трудная, невероятно дорогая. Мы ее делали много лет, и мы все время сомневались, получится ли у нас. Поэтому нужно удачу, которая тебе улыбается, нужно уважать и ценить. Поэтому и в одну реку дважды, да, ступить невозможно. Ну, с той же командой, может быть. Да, но с командой, безусловно, поскольку я последние там 8 лет я работаю. Не потому, что это так выгодно коммерчески, а потому, что у нас есть своего рода взаимопонимание с Валерой. У нас есть мечта, мы хотим снять малобюджетное кино. По сравнению с Америкой, мы сегодня кино делаем, как у нас говорят, при помощи палки и веревки. И если мы чем-то можем удивить, то вот как мы обойдемся с этой палкой и веревкой для того, чтобы сказать, вот русские, а? Еще один вопрос, пожалуйста. Леонид, а скажите, пожалуйста, каким видом спорта вы увлекаетесь? Буквально никаким. Если говорить о какой-то физической культуре или о том, что я делаю для того, чтобы сгибалась спина, поднимались руки, то я хожу в спортзал. И это достаточно ненавистная мной работа, но которую делать надо, если ты хочешь оставаться в форме для того, чтобы, в принципе, если завтра труба позовет на съемки или куда-то, чтобы не прибегать, например, вот артист идет, а потом должен сесть на стул. Вот чтобы не вызывать дублера при посадке, сесть на стул, я пытаюсь ходить в спортзал. А меня труба зовет, наконец, к моим будущим коллегам, к будущим тележурналистам, которые заготовили свои вопросы для нашего сегодняшнего гостя. Очень давно в кинематографе. Расскажите, пожалуйста, изменились ли как-либо взаимоотношения в коллективе, ну, вот с тех времен, как вы начали, как вы пришли в кинематограф и сейчас? И если изменились, то как? Если мы говорим о полном метре, о нормальном кино, которое делается с полной ответственностью за то, что из этого получится, то лучшие примеры, даже сегодняшние, это когда группа работает так, как и работала 30 лет назад. Когда есть невероятное уважение и внимание к режиссеру, оператору, есть время на то, чтобы подумать, чтобы правильно поставить свет, еще раз прорепетировать, а может быть отменить смену и порепетировать за столом. В сериалах это невозможно. Они снимают по 8, по 10 минут экранного времени в смену. Это немыслимо, это гонки. Поэтому взаимоотношения, безусловно, в идеальном варианте не изменились, когда мы говорим о хорошем кино и о хорошем процессе. Пожалуйста, еще вопрос. Оправдано ли снимать мюзикл на отечественном материале для отечественного зрителя? Вот как, например, фильм «Стиляги». Раз вы задаете этот вопрос, это значит, что вы кино видели. И я надеюсь, что видели ваши друзья. И это кино посмотрело невероятное количество зрителей в России. И картина популярная, получившая уже много наград. Значит, это и есть ответ на этот вопрос. Наверное, имеет смысл. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Мой вопрос посвящен фильму «Трудно быть Богом», который мы уже упоминали. Насколько легко было вжиться в роль Руматы? И после 10 лет съемок, насколько тяжело вам будет оставить эту роль? Отвыкнуть мне от этого легко. Я на самом деле, может быть, больше, чем кто-либо другой,
хочу уже увидеть эту картину на экране, и даже не столько увидеть картину на экране, я видел весь материал. Я уже хочу, наконец, услышать реакцию своих близких друзей, тех людей, которые любят кино, разбираются в кино. На сегодняшний день могу сказать, самое страшное, что уже нет двух людей, которые мне ничего не скажут. Нету моего ближайшего друга Саши Абдулова, который ждал это кино и хотел уже наконец увидеть, на что потрачено столько времени. И самое главное, нет Олега Ивановича Янковского. Вот это очень трудно, вот это страшно, что мы так долго снимаем. Но Германа не переделаешь, и быстрее все равно не получится. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня время союза для моего друга, актера и продюсера Леонида Ярмольника. Ваши вопросы, друзья мои. Известно, что вы собираетесь дать мастер-класс студентам Белорусского государственного университета культуры. Скажите, какой опыт вы собираетесь передать молодым специалистам? Шишек у меня достаточно много. И я бы, может быть, предостерег от каких-то очевидных ошибок, которые можно даже с молодости не совершать в этой профессии. Любой вопрос, на который я смогу ответить, я отвечу. Он может касаться профессии, он может касаться политики, он может касаться моего отношения к любым жизненным вещам. Поскольку я буду общаться с молодежью, то я всегда преследую только одну цель. По возможности, когда говорят тому, что у каждого в жизни свои грабли, должны быть свои шишки, свой опыт. Нет, я считаю, что есть возможность, если слушать людей опытных, и которым ты доверяешь, что можно какие-то ошибки не совершать и увеличить ту скорость, с которой ты можешь достигнуть намеченной цели. Но думается, что частично уже мастер-класс проводится уже здесь, в этой аудитории. И для того, чтобы этот мастер-класс привести к какому-то завершению, пожалуйста, ваш заключительный вопрос. Насколько мне известно, еще продолжаются съемки фильма «Самая реальная сказка», где вы играете роль Кощея Бессмертного, российского олигарха. Не кажется ли вам, что подобные проекты извращают настоящие народные сказки настолько, что современные дети на вопрос, кто такой Кощей Бессмертный, будут отвечать олигарх? Леонид Ярмольник. Леонид Ярмольник, либо олигарх, ну что-нибудь подобное. В этом фильме нет посягательства на русские сказки, на то, чтобы изменилось отношение к русской сказке, что мы ее настолько извратим, настолько осовременим. Это придумал Сережа Безруков, и, на мой взгляд, придумано это очень здорово, потому что сегодня такое сумасшедшее дурацкое время, что мы сказки-то забыли. И в повседневной жизни происходит такое количество странных вещей, которые уже много-много веков назад описаны в сказках. А мы это все воспринимаем так, как будто это случилось только сегодня. Есть персонажи, которые очень похожи на Иванов дураков, на Василис Прекрасных, на Кощеев Бессмертных, на Бабу-Ягу и так далее, и так далее. Действительно, эти люди ходят среди нас. Они обладают этими качествами. Поэтому идея сделать такое кино мне очень понравилась. И я шутил долго, что наконец я играю роль мечты. Вот, я, наконец, играю Кощея Бессмертного. За сказки я не беспокоюсь. Я беспокоюсь больше за это кино. Мне бы хотелось, чтобы оно получилось интересным, современным. И съемки сейчас приостановлены, вернее, пролонгированы по одной простой причине. Мы должны были уже закончить съемки в ноябре. Просто те каскадеры, которые должны были подготовить нам большущий финальный бой, как я называю, своеобразная такая матрица должна быть, это русские специалисты, российские. Вот. Они так подготовились, что мы на второй день отменили съемки. И сейчас работает команда канадских каскадеров, которые готовят на январь этот объект, потому что нам осталось снять только финал. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но никакого опасения за то, что трансформируется как-то представление нашего зрителя-читателя о сказке, нет. Я думаю, что это попытка, ну, скажем так, использовать сказку для того, чтобы напомнить о том, что сказка существует. И сказка всегда имеет продолжение в реальной жизни. Спасибо большое за ваши очень интересные вопросы. Я вернулся на свое место, и я хотел бы закончить нашу программу двумя вопросами, которые наверняка будут интересовать наших зрителей, это семейные вопросы. Вот перед вами два человека,
два отца больших дочерей, два артиста, которые закончили разные театральные вузы в разное время. И при этом у этих отцов... Я дочери... до войны, Игорь после. Да, да, ну естественно. Да. Причем он до Первой мировой, а я уже там... После Второй. Да. Так вот, наши дочери не стали актрисами. И в их судьбе решение не стать актрисами повлияли их отцы. Какой был у тебя опыт? Тебе Саша говорила, что она хочет быть актрисой? Дело в том, что моя Саша да. ни разу в жизни не хотела? Никогда ничем не давала даже повода думать о том, что она намеревается или хочет, или у нее возникало желание. Ни разу. Ни в 3 года, ни в 5, ни в 10, собственно, ни в 15. Я это хотела услышать от тебя. Это мое счастье, потому что, вы знаете, есть семейные традиции или семейственность в этой профессии. И это, наверное, естественно, потому что семья актеров или людей, имеющих прямое отношение к театру, это особые семьи, где эта атмосфера делает человека влюбленным в то, чем занимаются родители. И как бы ограничивает вход какой-то другой информации про то, что существуют еще какие-то профессии. Uh-huh. Они заболевают этим, потому что то, чем мы занимаемся всю жизнь, это скорее диагноз и болезнь, чем профессия. Этим можно только болеть, этим можно только жить. И семейных династий достаточно много. Они не всегда удачные. И это самое страшное, когда тебя начинают сравнивать с отцом, с дедом, да? Угу. Что вот дед-то был, а ты-то, ты молодец, что занимаешься этой профессией. Молодец, уважаю. Вот, поэтому Саша меня моя, на самом деле, наверное, оставила очень много мне здоровья, счастья и радости, и сил. При том, что я могу сказать, что страшнее и тяжелее, чем актерская женская профессия, вообще не существует. Потому что эта профессия, если ты хорошенькая, красивая и талантливая, то это все равно какой-то очень короткий период времени, пока ты вот такая хорошенькая. Потом нужно, да, с возрастом менять амплуа и так далее, и так далее. И потом, вообще это мужская профессия, она настолько жесткая, она настолько жестокая, что совершенно женщине, это особые женщины, которые добиваются успеха, это невероятные, это ужасно тяжелая профессия. Поэтому я в этом смысле счастлив и рад, что дочка у меня закончила совершенно другой институт. Это тоже связано с искусством. Она закончила Строгановский университет, защитила диплом, и она художник по стеклу. Невероятно трудная и красивая профессия. И у меня есть ощущение, что у нее есть влюбленность в эту профессию. Она оригинальная, у нее очень интересные работы. И дальше только она будет набирать опыт и уже как бы становиться, ну, если хочешь, значительнее. Для тебя что-нибудь она сделала, какую-нибудь работу? Лично для тебя? Я думаю, что все, что Саша сделала удачно, я сейчас не хочу на этом как бы подробно знать, но у нее есть коллекция, например, фантастических матовых таких гусей. Угу. Это невероятно красиво. И у нее есть так называемая, как же она называется, дождь. Представляете, когда в стекле сделаны небо, и земля, и дождь. Ну, то есть вот такой кусок атмосферы, кусок погоды. И у нее это получилось. Там другой язык, и она этот язык вроде освоила и изобретает. Я думаю, что она все это сделала для меня. Так вот, друзья мои, все, что вы делаете, помните, вы делаете это не для себя, а для своих родителей, которые ждут, надеются и верят в вашу победу. Давайте им поаплодируем и будем надеяться на то, что вы оправдаете их надежды. У нас в гостях был Леонид Ермольник. Спасибо. Спасибо тебе, Леонид. Спасибо.